Ту-ту-ту. You suck! Всем привет, с вами Вурм, и это игра под названием South Park The Fractured But Whole, которую мы продолжаем проходить, остановились на том, что идем мы, собственно, к престарелым, чтобы встретиться с борцами за свободу в доме престарелых Южного парка, как я только что сказал. Итак, погнали. Мент в шоке, я прохожу сквозь его текстурки, почему бы, собственно, и нет. Я вообще сквозь всех хожу, мне пофигу, я ассасин. Ассасин Ворм де Эцио де Детори. А вот и новичок. Угу. Это я, ребят. Я тут. Погнали. Конечно, это ж я ж ассасин. Молчание знак согласия. Чё, давай. Пошли, вперед. А, черт, я помню эту серию. Я помню эту серию в South Park, была похожа, где там дети пели. Дзинь. Я виноват, что ли? Дзинь. Эй. О. Бринг. Бринг. Игра что-то подвисла. Бринг. 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 Бринг, бринг. Бринг. Слышь ты, лысый. Иди подписывай там за угол. Бринг. Хера себе, я что могу? I love to play my flugelhorn, my flugelhorn goes. Boo. I love to play my flugelhorn, my flugelhorn goes. Сука, нахера? Чё ты? Ну зачем опять про жопу шутки? Вы задолбали. Слишком много шуток про пердёж и про жопу. Не согласен с тобой, чё. Импровизируй. Что за дичь? Wait, that's the kid. It's the first one from the news. That's the kid going around taking all the drugs in town. А вы наркоманы все, я помню. Что? О, господи. За что? Почему? Зачем? Что за... Соус Парк, ты такой. Избиваем престарелых теперь, короче, я понял. А, окей. Сбеги из тенистых земель. Окей. Эй, бабуль, ты это... Кто? Да ты тут что забыл? Кала нету. Бляха. Good news, everybody. I'm shielded. Okay, bye. Next time I'll show you what I really meant to do. А, окей, пошел вон отсюда. Только мешаешь. Так, убраться надо. Надо всем переместиться или как? Так, я дошел. Double speed. Я могу, я же Flash. Assassin Flash. Только я не могу пройти мимо бабок. Это грустно, на самом деле. Так, игра почему-то подвисает. Я хз, почему? Но по идее сейчас у меня при новом устройстве записи видео не должна прерваться, короче, запись. Окей. Бабулек, дедулек, задеваем многих. Хорошо. Ну да, я хочу. Пидюм. Так, двух мы повалим, и наши товарищи смогут пройти. Что это такое? Минус две бабки. Еще один раз так подвиснет, я перезапущу запись, потому что я хз, что происходит. О, гамбургеры. Что, опять вегетарианцы? Что? Так. Чего эти двойка делают? Потеря веса, влага получает обморожение. Давай ты вот этих двух долбанешь. Вот так вот. Вот так вот. А, я блочу, да? Не я, Баттерс блочу.
Вот это долбанем бабку. Хала, бабайс! Очень мало урона. Что? Ты блюешься, что ли? Оо, фу, что это? Даже на пробел забыл нажать. Что это за жесть? О, фу. Они памперсы кидаются или что? Я не понимаю. О, боже. До свидания отсюда. О, как кусается, говорит. Так, Баттерс, это... Сделай все. А что это? А почему закрыто у него это? Что это за способность? Так. Врага в замешательство вызывает у него шок. А мы сейчас за Баттерса-то играли? По-моему, не играли еще ни разу, да? Выстрел молнии, концентрированный хаос. Давай. Мы же за Баттерса-то не играли. Так, Баттерс сейчас отвалится, кстати говоря. Так, а мы за них вообще же не играли, точняк. Чего тебе за пушка? Обстрел наступательного характера? Что это значит? Не знаю. Чё, по нему юзнуть? На своих только или что? Или вот так? Оу! Оу! Он останавливает пушку, турель, короче? Нихера себе. Not bad. Hey, how about some respect for your elders? I'm respecting the... Но не старых. Старые бывают наглые. Если честно. Так, мне надо этого отхилить. Сила воды! Друид, сука. Или шаман, кто там в Бобби играет. С водой. По-моему, шаманы воду призывают. Хотя спокойствие у этих друидов тоже играется. Так, опять подвис был, но... Да хватит, сколько у тебя там этих памперсов-то, или что это вообще такое? Так, короче. В ход вступает Баттерс. Баттерс идет вперед. Так. Давай-ка фаербол, или что это такое у тебя? А, это было уже, было. Надо было другой способ посмотреть, я что-то забыл. Так, окей. Что у тебя есть еще? Да что ж такое-то? ФПС что-то проседает, не знаю. Сама модернизация контейнера механа... Что? Ты трансформер, что ли? Не шутя так. Ни хрена себе. Ты приколись? Чем магет-то, а? Это сейчас неожиданно было, если честно. Баттерс пофиг, да? А сколько ты можешь так долбить? Это на время или как? Я не понимаю, чувак. Ничего себе, так-то, да? И турельщик сквозная. Бляха, ты крутой, я смотрю, да? Так, ну, типа, нам надо до выхода добраться, и все. Поэтому я стою здесь, юзаю двойную скорость. И быстренько обхожу всех стариков, которые стоят у меня на пути. Не обхожу? А вот дерьмо, я их не обхожу. Ладно. Я не достаю до них, до всех. Неудобно вообще, если честно. Почему я не могу здесь встать? Баттерс, ты мне мешаешь вообще. Я бы тут встал, ударил бы, но нет. На. На. Давай в это запуляем, кровотек пусть не упадет, чтобы он сдох. Вот кровотек именно. Окей. 10 минут деремся с какими-то стариками. Что за говно? Йоу! И кровушку тебе. Бах! До свидания, ты сдох. Не сдох, Серёг? Чё с ней? Чё она сейчас делает? Right,
Так. Да чё ж вы все так стоите-то неудобно, ну? Это долбани, ледышка. Пора остыть, блин. Ого. Это мы видели, да, в прошлой серии было. Вы еще кто такие? Вы так нечестно, вас слишком много. Так, ладно, надо просто убежать, короче. Ты дурак, что ли? Ты что, дурак, что ли? Да, давай-ка поставим... Нет, не Марк 3, как ты говоришь, да? А давай поставишь турель еще одну. Да где троечка? Турель поставишь? И у нас еще турель будет херачить, еще одна. Да господи, сколько стариков-то тут, а? Это типа я мешаюсь или она не достала, я не понял. Да господи, сколько вас тут? Умирает. Сквозь нее сейчас побежим. Время истекло. Турель сдохла. Ага. Время стариков. Замерзла, бедняжка. И не походить. Опять они какашками с вами кидаются. Ну сколько можно? Ну, турель сейчас сломает. А, не, иммун к яду. Так, минус твик. А что они вот так вот пульсируют? Сразу? А, я мог отмотать, потому что я понял. Вот они что пульсируют. Понятно. Остались только мы вдвоем с тобой, да? Мальчик с темным цветом кожи, я не помню, как тебя зовут. Хватит забрасывать меня говном. Так, ускорение. Ну, собственно, я на выходе. Да? Ну да. Давай этого убью, дебила. Мне не нравятся его усы. И ноликом мы сейчас убьем эту бабульку. Assassin's Creed. Прыжок веры. И смерти. Эпик. И невидимость еще. Твоя очередь, и беги как можно быстрее, чувак. Ты ни до кого не достаешь, поэтому отмена, завершить ход. Он умер. Я убежал зато, правильно? Вот и все. Делов-то. Ассасин справился со своей задачей и смог убежать от бабулек дедулек. Нормально. Печать говно. Рецепт древа. Что это за зубы какие-то? Фу. Окей. Почти 10-й левел, пацаны. Почти 10-й левел. Мистерио. Что-то тут забыл. This is Mysterion. We had some trouble, but the mission is complete. Nice work, everyone. New kid, congratulations. You're officially a member of Freedom Pals. Я просто пропердён на дуделке. Our mission to the police station. We've ascertained that the police are being paid off by whoever's running crime in the city. That's right. We believe we'll find the answers to what's going on there. Welcome to the team, friend. We'll see you tonight. Don't tell anyone we're going to the police station. Кому бы рассказать? Бабочка летает. Оно включено отлично, уважаемый попердень, точка. Мне очень понравился твой концерт в Тенистых землях, когда ты играл на треугольнике, точка. Господи. Господи, они со мной фоткаться хотят или что? Где мой инстаграм? Как вы оказались еще в инстаграме? Твоя поклонница ЗПТ, старая миссис Фернкл, точка. ПС, если захочешь перепихнуться по-быстрому, ЗПТ, жду тебя в номере 122, точка. Мы бы давали этим мальцам по шее, если бы у них суперспособности. Вот у меня не было никаких суперспособностей до 40 лет. Вот у меня никаких суперспособностей до 40 лет не было. Я понял эту отсылку. Это отсылка к тому, что если ты, короче, это... Если ты девственник до 40 лет, то ты станешь магом. Видимо, это работает, мистер Дженкинс. Так, ну пойдемте на быстрый перепухон с бабулькой. Шучу. Attention all Coon friends, report to the Coon Lair. We know now what the Freedom Pals know. All Coon friends to the Coon Lair. Great work, Buttlord. Чувствую себя не очень. Я двойной агент, все такое. Так, я истоки 4, начало конца. Я хочу пофоткаться с бабульками, можно? Careful who you chat with, sweetie. Folks here will bend your ear about their medications and buffets. Я могу теперь пофоткаться с тобой, например? А я с тобой фоткался, что ли? Я с тобой фоткался уже, пошел вон так. Нельзя.
С тобой фоткался. С тобой нельзя. Дин-дин-дин. Нельзя сыграть на пианино, жалко. Ладно, тут, короче, нельзя ничего сделать. Нельзя ни с кем пофоткаться, ничего. Погнали тогда сразу к Картману. Узнаем, что будет дальше. Так. Так, погоди, а мне нужно же эту юзнуть, да, обязательно или нет? Не обязательно юзать эту точку перемещения? Я забыл, приколись. Надо юзать эту штуку перемещения, да, для перемещения. Все, окей, тогда окей. Что-то подзабыл все уже. Подзабыл, давно не играл. Опять не было видоса сколько? Месяц почти, да? Какой я паршивый летсплейщик в плане графика. А так, в целом, вообще неплохой. Я бы на канал подписался, лайк поставил, да? Если бы я не был подписан на канал, я бы ставил лайк. Fast Pass сюда хочу, да. Погнали. Там палец вверх такой внизу есть под видосом, я бы на него нажимал постоянно. Ну, не постоянно, ладно, один бы раз нажал и все, я больше не нажимал. Well, I sort of can't pay them now because, you know, you kind of blew my plans. And so I need to get paid, you know. Well, I had some pretty pissed off minions. Can you meet me at the bank? I'd really appreciate it. Chaos out. Не, ну помочь можно. Ой, что-то я не то сделал. Помочь можно, пойдемте поможем. I'm the fast. You fast, да. Awesome. А что за машина вот эта, кстати, мне интересно? Чё он тут крутится? Это енотомобиль или что? Что это такое? Хз, на самом деле, что это такое? Ну ладно. See you, new kid. Давай, до встречи. Тун-тун-тун-тун. Так, банк у нас здесь. Чё у тебя случилось, профессор Хаус? Ну-ка, расскажи, покажи. Oh, new kid, over here. Ой, нет, только не ты. Нет. Чувак, наши бабки из гон. Я не выступал, ты не знаешь моего имени. Сука. Питер, блядь. Денег нет. Owned by a company in Hong Kong. Thank you, have a nice day. Черт. Butters. But I just needed to pay my minions. I didn't mean to get my friend's house taken away. Yeah, you're not too good at this economic stuff, huh? Perhaps your friend should play. Yeah, you play, new kid. Round and round she goes, where she stops, nobody knows. All right, kid, try your luck. Что, блядь? Какой нахуй барабан, сука? Я работаю в банке, иди нахуй, там не так все происходит. Ну... большую часть времени. Ну, ладно. Остерегайся банкротства. Получай бонусы, чтобы зарабатывать деньги, поднимайся постоянно на лестнице. Крутануть колесо. Государственная финпомощь. And it's gone. Ох ты ж, господи, я 160 баксов заработал. Ага. Своп на банкротство для наличности, наоборот. Игра на понижение, особо на магнитство для наличности плюс наоборот. No whammies, no whammies. Никаких трюков. Она только что остановилась на свинье, потом дальше начала. Окей. Банкротство превращается в золото. Давай. А я должен его использовать? А, вот так вот. Insider trading bonus. Use before a spin and instantly stop the wheel. We got a bonus in play. And you've done it. Ох ты ж. Я в низший класс попал из нищеброда. Я красавчик, мне нравится. Инвестиции хорошая штука. Winner, winner, chicken dinner. These children just got a loan for over $80,000 to pay immigrant workers their salaries. You can be a winner too. Just keep on trying, people. Here's your check, kid. Какие 80 тысяч долларов в кредит? Ты чё, дебил, что ли? Ты дурак, что ли? Ты дебил? Ты чё, дебил? У нас кредит на 80 штук баксов. Мы его никогда не закроем.
Слышь, эй, эй, ты. Sorry, I can't be on social media with someone in your economic class. Хочешь сыграть? All right, step up. Everyone's a winner except for the poor. Think about your nest egg, sport. Never know when the crime farting bubble. Да я сыграю, я сейчас там все бабки вас заберу. Козел, сука. Я надеюсь, кредит оформлен на тему ба. О, что я нашел? Ну, такое. Еще одну надо где-то найти. Ну ладно. Надеюсь, то, что скрыт оформлен на Баттерса. Yeah, they got a loan to pay their minions, so you know what that means? They took our job! They took our job! А, черт. They took your job! Wait a minute! I thought we were mad because of their gender choice and sexuality and stuff. No, that's on those other guys. We just want our jobs back. Oh, well... Let's get your jobs and это тоже было в Соус Парке. Про усату, про эту. Так, мне пати нужно все сменить. Так, я не помню, кто там круто. Мистерион пусть будет. Какая-то тень. В ближнем бою охеренно дамажит, я так понимаю, да? Окей. Мистерион, и пусть будет у нас Стэн. Нормально так пати. Сойдет, наверное. Окей. Come on, boys. Let's show them some minions. Come on, boys. Come on, boys. Speaking of minions. Профессор Хаус теперь может призвать приспешников. Ого. Это нажми 3. А, ты теперь оплатил, ты можешь призывать, да? Окей. Окей. Тебя батя ебет, Баттерс. Ты кредит оформил на 80 тысяч долларов. He took our minion job. He took our marriage. А, он ходит прям. А, ну очень слабо дерется. О, черт! Мне кажется, нас сейчас... На, сука. Пошел вон отсюда за макроагрессию. America, обиделся, отошел в злой такой стык. Так, господи, что так не вовремя-то? Мы уже 20 минут просто деремся. А, в телефон залипаю, я молодец. Продолжаем. А чё мы все сдвинулись-то прям так? Так, Баттерс очень плохо. Так, а я сейчас вас буду мутузить, ребята, по-жесткому. Правда, потом меня могут отмутузить, но я попытаюсь. Вот так двоих. И теперь вот здесь вот так вот двоих. А я так, у меня так не получится, да? Ладно, опять отсюда тогда. Зато в домике. This mean I get to go back on disability? Hallelujah. Hallelujah. Так, ты, давай-ка вот этой дробилкой своей верхнего. Угу. Make way for Mysterion. Here we go. Не надо меня. No, no weakness. Чира ты даешь. It's time to unleash my greatest weapon. The Hammer of Chaos. Hammer of Chaos. Ну давай, Hammer of Chaos, покажи все. Это не Hammer of Chaos. Туплю уже совсем, господи, ты боже мой. Так, ты ходишь, да? Ты только по прямой можешь бить. Это херово. У тебя других атак нету, что ли, лично? Чё он кинул? Термос? Минус Баттерс, до свидания. Лопатой детей бьешь? Ты что, больной, что ли? Так. Так. Давай-ка вот так вот. Так. 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 За него мы еще не играли, да? Наносит врагу серию сокрушительных ударов.
Серия из двух ударов с отбрасыванием врага назад. Ты притягиваешь себе врага и травмируешь его. А ноль у нас. Жгучая месть. Беззаветное самопожертвование. Во! Идеально. Давай посмотрим. Мистерион в бою. О май гад! Они убили Кенни! Какого черта? Окей, на вот. Чё? Кенни, чё за нахер? Разделся, давай пошел. Какого хрена? Чё за нахер? Чё за способность такая? Хватит бить тебе лопаты, жердяй. Не умеешь разговаривать. Давай, херач. Окей. Анкета профессора Хаус. Хорошо. Наверное. Не знаю. Мне нахер анкета нужна, на самом деле. Ну ладно так. But thanks again, new kid. Who knows? Maybe we'll start our own legion of evil super villains one day. That'd be pretty sweet, huh? Bye! Теперь мы идем в дом Картона. Баттерс отвлекает свои минуты экраном. Что-то пишет там, херачит. Я могу домой сразу попасть? Нет? Там какие-то шмотки появились просто. Ну, мне типа лень за ним заходить. Пофиг, ладно. Короче, 27 минут уже, только деремся. Возможно, что-то буду обрезать, потихоньку буду обрабатывать свои навыки монтажа, чтобы уникально все обрезать, чтобы ничего не пропускали важного. Я, в принципе, могу просто перематывать к сюжету, типа, просто бои все перематывать нахер, и все, и оставлять только сюжет. Если это кому-то нравится, если кому-то так будет удобнее смотреть серии по Саус Парку, скажите, я что-нибудь с этим сделаю. Ну, ничего не сделаю, буду обрезать бои, и все. Мне так не интересно, кажется. Мне интересно, чтобы... Если я смотрю какой-то видос, я хочу увидеть все бои, всю механику всей игры. Весь геймплей, так сказать. А какой пароль? Вход девушкам запрещен. Вход девушкам запрещен. Alright, guys, listen up. Buttlord has discovered that the Freedom Pals are infiltrating the police station tonight. We have to get there before they do. The police station? We can't take down the police, are you crazy? Yeah, just let the Freedom Pals go do it. We can't do that, guys. Why not? Because at approximately 10:30 a.m. this morning, Classy was arrested by the police. How do you know? Yo, what the fuck? You came where little bitches said you protect my ass. They only give me one motherfucking phone call, so y'all niggas better come and get me out of here. Lame ass superhero wannabe motherfuckers. We have to help her, fellas. We made a promise. Ну, типа if того, we let да. Freedom Pals go do this on their own, then we're the douchebag franchise they say we are. But why would Freedom Pals work with us? Don't forget the new kid is all buddy-buddy with Freedom Pals now. Buttlord can trick them into an assault on the lower level of the police station, and meanwhile we'll sneak in and bust Classy out. We're probably gonna get the Freedom Pals killed. And then whose superhero franchise would be number one? We did make a promise to Classy. Everyone get home and get to bed. We have a big job to do tonight. Больные ублюдки, сука. Мелочь пузатая. Что творите, блядь? That'll be all, my lord. Go home and wait to hear from the Freedom Pass. What do you want now? Oh. What? Oh. Третий класс хочу, давай. Again with the puppy eyes. Are you fucking kidding me right now? Да, давай, третий класс хочу. No, new kid. Серьезно? Absolutely not. You cannot have. В смысле, давай, он на третий класс. Нихера себе. Почему нет? I'm sorry about what happened to your mother. Ну, бывает такое, да? Серьезно? No, I guess I don't know how it feels. You're right. You're right. Maybe you should have just... Охуенно, Дэнда, мне нравится. Какого хера? Что за нахер? Каратист. Наказывает преступников убийственным приемом рукопашного боя. Он может одним ударом отбросить врага назад, а может продемонстрировать ему сложные техники бонсай. Искусство выращивания миниатюрных деревьев методом подрезания. А могу посмотреть эти скиллы вот так прям? Martial artist. Нет, могу. Флорист. Plant-mancer. У флориста редкий талант влияет на ход поединка. Он может спасти даже самый безнадежный бой, исцелив союзников и наделив их положительными эффектами. So, yeah, да.
а при необходимости воскресив всю, мать его, команду. Ультой, да? Гаджетир. Техник. Не перестает удивлять друзей и устрашать врагов взрывающимися игрушками из каталога SkyMall. Ну, такое. Plantmancer. Cyborg. Погоди, это четвертый класс получается? A sense of urgency is also an important trait for superheroes. Погоди, это я думаю, третий, это четвертый класс. Plantmancer. Вот это прикольно с хилом. Я хочу, чтобы у меня хил был. Я ж ассасин-саппорт, мать вашу, правильно? Правильно. Perhaps a plantmancer, like Poison Ivy or Groot. Poison Ivy или Groot. Так, окей. Кратис как выглядит. Вообще не нравится мне, как выглядит Кратис, а техник? А, ну костюм техника у меня был уже, я насобирал. С вебкой на голове, все нормально, прикольно. Тут способность все равно не посмотреть, да? Ну давай хил будет. Ну-ка. Классно, сразу, без предисловий. Инопланетянин, что? As a plant mancer hero, you harness the powers of nature to protect, but also to attack. You couldn't stand to watch that innocent alien get bullied. It was time to give those thugs a taste of their own medicine. Сколько отсюда, да? Окей. По-быстрому, да? Притянул к себе и зачаровал к себе. Неплохо, кстати. Откуда только щупальца призывает? Это гейский. Это гейский. This guy bothering you? Hey, what are you doing? God, Jesus! How could you fight a child and an alien? Snap out of it, man! The blow from his comrade shook off your charm spell, but the confusion had bought the alien some time to recompose itself. It took out its space ray and opened fire on one of its attackers. А, я за него играю. Окей, я играю за пришельца, мать вашу. Сейчас, окей. Пиу! Пришельцы так разговаривают. Ну, только отсюда, окей. Травмирует, отбрасывает, вызывает кровотечение. Ни хрена себе. Jesus, I'm out of here. Yeah, fuck your plants, kid. Your newfound alien friend breathed a sigh of relief. Moo. Moo. And the third intruder entered the hallway. О боже! Moo. Это же босс. And he also wanted to beat up the alien, so he did, with a vengeance. Moo. Moo, moo, moo. Moo, moo, moo. The alien couldn't take the beating sitting down, of course. It retaliated with another shot of its space ray. Так, хил, смотрим, как поработает хил. Очищение, лечение, бонус к атаке для себя и рядом стоящих союзников. Ага, кулдаун 3 хода. Ну, слабенький хил, на самом деле. Мне что-то не особо нравится, на самом деле. О нет, он его убил! Но у нас есть рез. О боже. Фу. О боже мой. Я не хочу хилить радужными какашками. Что это за жесть? Что за You ran to your parents' door, and before anything bad could happen, you ran inside to protect your mom! But you were too late, your dad totally fucked her. Oh, it must be tearing you apart inside. How people can do that to other people, I'm so sorry. Anyway, we've got work to do tonight. I'll see you at the police station. There's nothing more to talk about. I'll be in touch tonight after your parents think you're sleeping. Переодеться? Погоди, стой, я могу сменить эту херню? Мне не понравилось. Типа, что за нахер? Способности. Я, конечно, могу, допустим, добавить еще флориста. Буду четырехклассовый охеревший мужик, но, типа, мне это неинтересно. Что у меня там еще есть вообще за способность? Щ-
щит, только ментальный был, да? И, собственно, все на этом. Блин, а можно сменить, интересно, эту штуку? Анкета енота. Still not happy with that backstory? Да. Да. Okay, but this is the last time we're doing this until you finish filling out your character sheet. All right. Yeah, I really just don't see you in that kind of role right now. Так, я хочу этот заменить. So what kind of skill set are you looking to add to your repertoire? Я думаю, на кого. Может, кого-нибудь старого взять? Brutalist. Blaster. Brutalist. Elementalist. Элементалист. Cyborg. Gadgeteer. Martial artist. Ну, это типичный монах, типа. Martial artist. Not really a superpower, but I guess I can. Типа, мы прям монах, как я играю в этом. А почему это поддержкой считается? Ну, интересно просто посмотреть. As a martial arts team superhero, focus your chi and ready your body for combat. Цик, бою приготовил. Посмотрим, сейчас классы последние, короче, на самом деле. И серию на этом закончим, а следующую серию начнем как раз с ночи. Почему нет? Ай-яй-яй. Пришелец стоит на фоне, наблюдает. You took the opportunity to strike with your dragon reversal in one motion, you sent him tumbling backwards. Ух ты ж. Прям монах, смотри, прям чистый. Да, я играю за монаха, Вов, это мой мейн спек. Почему нет? The fools didn't know the powers they were toying with. And with great focus execute your ultimate move. The Dragon Swagger. Dragon Swagger? Okay. Ни хрена, упоротый дракон факи показывает. Ярость. И меня защиту ставят. Вот почему поддержка отображается. Но мне похер вообще, да? Your opponents rendered stupefied in their own anger. You broke out the ancient and powerful dragon dance. Ну-ка. Прям монах из Вова взяли, реально, что за нахер? As an honorable fighter, you didn't take any joy in your opponent's demise. Это очень мощный удар, я так понимаю. Мощный удар дракон, так называется. Ох, ёп! Okay, that was actually pretty cool. Glad that's over, Jesus. Jesus. Так, и покажи еще. Still not happy with that backstory? На самом деле, я бы, может быть, что-нибудь заменил из предыдущих классов на что-нибудь более новое. Так, эту юльту мы юзаем только ради дополнительного хода. Эту мы юзаем только ради перекрестного удара. Эту мы юзаем ради вот такого удара. И ульты. Это можно как-нибудь задействовать будет? В принципе... Dude, just pick one. В принципе, погоди, я думаю, не мешай мне. Отмена. Вот тебе, смотрите, что я сделаю. Хочу просто, чтобы 4 класса участвовало, потому что я вообще охеренный чувак. 4-классовый все такое. Я вот эту кошку... Вот эту кошку. Внезапно. Могу заменить вот на эту штуку круговую. Да? Блин, а телепатия тогда убирается тоже, мне нахер нужно. Мне удобнее, потому что все-таки кошка, чтобы было. У нее очень мощный урон. 80 урона и кровотек. Главный кровотек, чтобы был. А это ярость всем делает. ХЗ даже, на самом деле. А похер, нахер, мне вообще 4 класса нужен, короче. Я дебил, мне похер. Буду каратист просто в душе. Каратист в душе. Почему бы и нет? Так, а чтобы переодеться, мне нужно что сделать? До дома дойти? Ну, тогда все. Типа, приходим домой, с этого начнем следующую серию. Эта серия получилась очень мало информативной, но... Хоть какой-то. Выпустил видос, пожалуйста, вам на славу. Давайте тогда еще посмотрим сундук. Нет, не переодеваться.
А я не могу не переодеваться. Окей, тогда на этом серию заканчиваем. Всем, кому понравилось, подписываемся на канал. Ставим лайки обязательно, очень важно. Пожалуйста, ставьте лайки. Рекомендуйте друзьям. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, жмите на колокольчик под видео. Смотрите другие плейлисты и видосы. В плейлистах специально все там сортирую, чтобы всем было понятно, где что есть, что можно посмотреть, а что лучше не смотреть. Все такое. В общем, на этом все. Всем удачи, всем пока.